Армянские парламентарии поручились за авторитет Алика Наратуского. Несколько депутатов парламента Армении попросили под личное поручительство освободить из-под стражи местного криминального авторитета Алика Бандурина, также известного как Алик Наратуский. Об этом сообщает Спутник Армения со ссылкой на адвоката Бандурина Ерема Саркисина. Каждый из 10 просящих готов был внести по 1 000 долларов залога за авторитета. Тем не менее суд отклонил их ходатайство. Бандурян проходит одним из фигурантов дела о двойном убийстве в салоне красоты Лия в Ереване.